Доброе утро рыбакам. Сегодня воскресенье, 30 октября. Пригласили половить на лодке. Будем ловить в океане. Подозреваю, страйбеса. Ну, посмотрим все остальное. Народ собрался на рыбалку. А, нам сюда? Я понял. Супер. 20 градусов, 21 сегодня. Вот наш круизный лайнер. Как и сказал, будем пытаться ловить страйбеса. На лодке более маневренно. Ищешь птицу, ищешь банкера и пошел. Так что, когда ловишь с берега, это больше лак. Подошел, не подошел, вчера ловил. Буквально минут на 15 подошел к берегу, не смог я зацепить ничего. Ну а на лодке можно было бы дрейфовать и ловить. Так что сегодня такие планы. Может, половим еще сибеса. Я даже не знаю, еще с ребятами не говорил. Так что будет все good, guys. Это Blackfish, да, по-моему, Blackfish. Это Blackfish, да. Это маленький. Маленький, да? А его можно брать вообще? Одно. Страйп! Или Rockfish? Не, не Rockfish. Может, даже не вот. Скат, думаешь? Акула, да. Акула, блин. Что-то взял, по-моему, ребята. Большого, видите, ребята, цепанул. Это боговый. Долбит, долбит, ребята, долбит. Ну, смол какой-то небольшой. Того же. Того же? 13. Почти. Нормально. Тот же товарищ. Тот же товарищ. А ты что-то хорошо дал? Да, что-то. Ну, надеюсь, не акула. О, красава! Красава, красава. Маленький. На этот клюнул, на... Squid? Да.
что я, наверное, тогда... Ничего. Оп, оп. Все, все отлично. Да, блин. Догфиш. Да, где-то там лежал. Заглотила, падла. Два висит. Да, я говорю два. О, порги. И один порги, прикинь. Ух ты, какой красавец. Сошел, значит, второй. Красавец. Красивая, да, рыба? Вкусная. Да, долг большая. О, блин! Две. У тебя дубль. А ёк, я говорю, что это большое, блин. Ёлки-палки. Дуплет, ребята, дуплет. И что с ними теперь делать? Нью-Джерси сейчас достаем. Не, это этот. Как его? Как ты называешь эту? Багол. Монгол. Монгола ты взял, Слава. Опа. Рома, да? Сейчас я тоже начну. Он все, видишь, поднялся его и гоплык ему со дна. Багол, да? Видишь, он рукой тебе машет, а нырнуть не может. Ну, чаечки там я видел, висел. Я вчера чуть чаечку на паперню взял. Тащу папер, чаечка сверху подлетает. Блэк, этот, Сибес. Я уже второго? Да, да. Кто там? Шарк. Вот я ему дал. Я монгола, по-моему. Я тоже, Причем такого, знаешь, аквариумного. Посмотри. Гупи. Ливон берем. Ну, в этот раз, я думаю, опять монгол. А как будто бы влупил в камень в какой-то. Ну, Сибес, но... Лови мелкую. Тебя тошнит. Не тошнит от мелкой, да, ребят. Но ничего, красавец. Ну... 4 паунда Сибес. Ага. Хороший, хороший, да. Нет? Кипер нет. А сколько кипер? Ребята, 12 инчей? 12,5. Отлично, берем. Знаешь почему? Внизу камни. Сейчас я вот...
Что-то я когда лупанул, и потом, наверное, это опять... А не, СИБС. Да нормально, 15-инчовый, ребят. Чем монгол, покрупнее, чем монгол. Ты думаешь? Нет. Не успел, вот это хороший. Славик, а куда я дел свою эту мерку? Нету его здесь? Ребята, вы думаете, что тут нету 12? Не, я тоже думаю, что нет. У меня, наверное, будет. Если это не шар. Двойной у тебя, Славик. Ууу, мэн! Вот это да! 100% один кипер. Второй с ними, это семья, нельзя разлучать. Дуплетик. Ух ты. Собака. Достали вы уже меня. Собака? Да. О, ушла. Хорошо. Как это я собаку и это поймал? Блин! Это получается на это что-то? Может быть. Ну, народ, бьем как сумасшедшие просто. Как сумасшедшие. Blackfish, монголов. Что там еще? Догфиш. Ливон, что ты взял еще? Все брал ливон. Там нет, там... В основном берет ливон, я вот смотрю. У него хорошее место, ямка там просто. О, опять. Серьезная рыба идет. Опять я вижу. Серьезная. А, еще мы порги взяли, точно. Ух ты. Или думаешь, или не богол? Не думаю. Может порги? Да, порт. Видишь? Ох! Видел акула за ним? Да, куда, да, да, да. Вот собака, блин! Хотела взять, что ли? Ты, кстати, можешь это, если хочешь поиграться, и ее настраивать уже допустить. Да? Может, это акула, она отличная. Она рыба. Если хочешь. Да, берем порги, да? Давай. Ну, она это не по закону. А, это не? Окей. До свидания. Мы же закон не нарушаем, ребят. Банкера, блин, просто такая тут стая шла, что невозможно. Мы за ним должны идти, ребятня. Где он? Он только что тут проходил где-то. Вы его видите? А, вон он. Вон он. Собака, блин! Так, ты же, да. Радовался, думал, тащу какого-нибудь красавчега. Я просто попал сразу в башку, понимаешь? Клюнул, прикинь? Ага. Опс, сори. Эй, козлы прямо нам на голову заплыли. Уроды. Треба, да. А это такой, знаешь, тупой, блин.
шар такой, с стеклянными глазами. Бьется последние эти. Он? Да. Вот черт. Это, смотри, на банкера. Ага. Ага, вот кто-то... А что это? А, я думал... Сквид выплюнул. Ага. Ты что, крючок захватил? Ну-ну-ну, это так не похоже. Так не работает. Давай, я его возьму. Что? Да? Стой. Я его держу. Я его держу, гада. Все, посмотри. Подонок. Да, как мы посмотри можем... мне в глаза, скотыняка. Мой крючок. Скотыняка. Оп. Давай, давай, давай. Далеко? Не очень. Да дам я тебе банкера, блин, молчи только ты. Ух ты, посмотри. Шарка не клюет. На кого? Если его порубать, то не грязь. Ну, тогда придется. А. Уходи! Бам! Ой, ушел. Спасибо. Где он? Где он? Ну, вот он, вот он, вот он. Вау! Вау, прямо рядом, посмотри. Так, он пошел на мою, блядь, в этот спул. Ну да. Ножик есть рядом? Да. Вот он, вот он, вот он, посмотри. Да, пулай его сюда. Вау! Ну да, by the way, мы на Аляске, ребята, снимаем. Нью-Джерси. Там, где он, там и рыба, Славик. Да. Это же прописные истины любого рыбака. Где кит, там и рыба. Ай, первый раз такое слышу, первый раз такое вижу. Вот он, о май, посмотри на это бесу. Так он на твою удочку, кстати, между прочим. А? А зачем? Ты что? Ну так что? Так это же catch of the your life. Народ возвращается, посмотри. О, вот он прямо рядом. О май гад. Посмотри на этого товарища. Вау! Яс возле нас прямо проскочил. Ну, где он? Дружище. А? Вот он, вот он, вот он. Смотри, посмотри. Прямо на твою идет. Все. Давай бери в руки, сейчас будем доставать. Он точно клюнет. 100%, Славик, давай. Сейчас возьмем. Ого. Славик. Банкера я дофига, Славик. Давай. Ты же, блин, не настроил катушку, мэн. Ты лайв, сейчас будешь через 2 секунды. Пошли. Страйбэс, ребята, страйбэс. Если, конечно, Никит. Давай, давай. А на что мы взяли, на вот этот... Блин, ты смотри. А я уже думал, что наш товарищ. Правильно, 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 правильно. Да, и да, от меня тоже еще не мог. Не мог. Не достал, не повезло. Не? Ладно. Ну вот тебе не со дна, правильно? Да, я же говорю, она же подплывает.